Что за враги? Кто такие? Да кто же их разберет, папаша? Из вашей-то тюрьмы. А ты предположи. Какая разница? Враги. Эти танки нужны стране, и завладеть ими хотеть может только враг. Надо было вчера утопить! Вас в болоте с вашей техникой нахлеваемся из-за вас сегодня! Отпускай нас, атаман! Перебьют они твоих! Добежим до танков, прикроем тебя! Лежать! Из орудия жахнем, отец! Так я вам поверю! А какие еще варианты? Давай сесть, помирай! Там-то шо нам нужно? Стойте! Своим танком! Василий, Кайрат, давайте! Жаль, только и правда уж свалить нечем. А сейчас, ох, как не повредило бы. Сейчас поищем, Михаил Ильич. Это еще откуда? Ты зачем это с собой взял? Да подумал, может, салют тогда дадим. Ну или еще зачем? Ну ты даешь, Коля. Не хватает.